Приветствую вас, друзья, на связи Артеман, амбассадор проекта Next Crypto Pool в России. Сейчас я нахожусь в Дубае, в самом центре, вот знаменитая Бурдж-Халифа или Халиф. Но не суть, сегодня понедельник и сегодня первый день форума, который будет проходить здесь неподалеку. И вот с утра мы заехали, значит, в центр здесь сделать парочку дел, которые нам нужно сделать. И настраиваемся на рабочий день, потому что сейчас уже 9 утра, и форум проводится в понедельник, да, не на выходных, как это вот раньше было сделано, а в понедельник, да, в принципе, это и правильно, потому что понедельник рабочий день, и, в общем-то, настроение рабочее, да, 2 месяца мы отдыхали в Таиланде. Красота! Вот это красота! Прямо на вершине горы! Ну что, прибыли мы на остров, здесь вот столько народу прибывает. Всех приветствую, на связи Артеман, и новый проект уже совсем скоро стартанет. Многие в Telegram приехали сюда заряженные поработать, потрудиться, подвигаться по криптовалюте, потому что, ну, криптовалюта дает возможности, она дает возможности жить именно так, как ты хочешь. Да, я работал где-то раньше, я занимался бизнесом, это все не то, это все обременяет, это все связывает тебя, тебе нужно постоянно пахать с утра до вечера, и только будучи инвестором, то есть когда у тебя мышление инвестора, ты можешь уже выстраивать свою жизнь совершенно по-другому, потому что работают деньги, деньги должны работать, а ты наслаждаешься жизнью. Конечно, нужно прикладывать усилия, конечно, нужно управлять капиталом и нужно его создать. И вот именно на создание капитала уходит там максимальное количество энергии. Именно на создание капитала, но оно того стоит. То есть это вот и есть выражение «овчинка выделки стоит». Да, ты потрудился 5-10 лет и всю оставшуюся жизнь ты потом только управляешь капиталом и живешь в свое удовольствие. Вот так это работает. То есть все дело в мышлении. И неважно, где вы находитесь, в каком сейчас состоянии, или вы рабочий, или вы предприниматель, или вы уже инвестор, присоединяйтесь. Наш проект — это не про деньги, это прежде всего про счастье, про людей, про сообщество, про братство, потому что мы не просто ездим по миру, что-то смотрим, зарабатываем деньги, торгуем криптой, мы делаем и праздники, и уделяем внимание здоровью через те же мухоморы, через ту же баню, через здоровый образ жизни. Через правильное мышление, прежде всего. Вот что такое наше сообщество. А деньги – это неотъемлемая часть любого человека. Да? Деньги нужны всем. Поэтому мы в нашем сообществе не говорим только вот про здоровье, или только про путешествия, или только про братство. Мы стараемся все сферы жизни затронуть. И это правильно. И деньги – это очень важная часть жизни любого человека. Поэтому мы занимаемся здесь финансами, но чем еще заниматься, если не криптой, правильно? Потому что все финансовые инструменты, которые сейчас известны, акции, там, золото и все прочее, это все уже уходит в прошлое, это все ненадежно. И многие из вас, да, знают, что и блокируют и иностранные акции, заблокировали людей, люди сколько денег там оставили. Вот, золото, его физически только можно покупать, да, потому что то, что продается на биржах, как бы золото — это не золото, а куда ты с этими килограммами побежишь? Вот. Достаточно неудобно. Хотя, конечно, нужно хранить там где-нибудь в загашничке пару килограмм золота, это нормально. А крипта — это будущее, это уже настоящее, это то, что дает тебе свободу перемещения, это то, что не привязано ни к чему. Поэтому, друзья, обязательно присоединяйтесь, ссылка в описании. Я не знаю, успеете вы на airdrop или нет. Если смотрите где-то давно уже, да, в будущем, то, соответственно, скорее всего, он уже прошел. Если нет, то, может быть, успеете. Все ссылки в описании. Есть бесплатный чат в Telegram, где можно общаться с единомышленниками. Там ответы на все вопросы. И начинайте действовать. Неважно, в какой ситуации вы находитесь, сколько у вас заработок. Нужно делать самые простые вещи, которые понятны всем. То есть магия денег – это магия, которая доступна всем. И когда-то я зарабатывал 30 тысяч в месяц, начинал откладывать, потому что откладывать деньги – это необходимое условие для того, чтобы создать капитал. Я откладывал по 500 рублей, по 1000 рублей, откладывал, потом начал инвестировать в акции, потом освоил криптовалюту, начал инвестировать в криптовалюту. И вот постепенно, из года в год, раз это выходит уже на абсолютно новый уровень, каждый раз ты выходишь на новый уровень. Вот, я жил в Миасе, в лесу, работал на заводе.
Покажу я сейчас вам этот замечательный завод, но это не он, это шедевры местного искусства. Вот этот завод, на котором я работал, вот эти белые ворота, и там внутри дворик, куда люди ходили перекурить, подышать воздухом, так сказать. Потому что внутри, вот в этих цехах, да, вот в этом цехе, там вентиляции не было никогда нормальной, и там газ, когда сваривали оцинкованную проволоку, вот эти вот оцинкованные пары в виде газа поднимались, и, ну, соответственно, в цехе находились. И когда была зима, двери закрывались, дышать было нечем. Ну, короче, жесть полная, вот такая вот красота, сейчас так вспоминаешь. Вроде бы как бы смешно, да? Но тогда было совсем не смешно. Но не суть. Самое главное то, что вот здесь. На самом деле, когда я работал на этом заводе, это было хорошо. Потому что до этого я вообще был безработным и перебивался какими-то заработками непостоянными. Где-то что-то находил, аниматором работал, там в бане кого-нибудь попарить, массажистом, да сейчас уже не вспомнишь. Поэтому, когда здесь работал, было нормально, хотя зарплата была 16 тысяч в месяц. В принципе, этой зарплаты хватало дней на 10, да, но когда ты здесь, есть одно но. Очень хорошо начинает работать голова, потому что тебе надо срочно сбежать с этого места. Я здесь проработал 10 месяцев и потом оттуда, собрав ноги в руки, быстренько убежал, уже занялся своим собственным бизнесом. Поэтому, друзья, все в ваших руках, все в вашей голове. Давайте присоединяйтесь и работайте над собой. Сейчас все гораздо легче, сейчас развит интернет. Можно работать по реферальной системе, можно инвестировать в крипту и зарабатывать. Потом, значит, перестал работать на заводе, занялся своим бизнесом. Потом этот бизнес мне тоже надоел, потому что ты 24 на 7 пашешь. Но вот эта стратегия, которая описана во многих книгах, да, по инвестированию, она работает. И когда вы откладываете деньги, очень важно их правильно инвестировать, потому что если вы их просто отложите, и они будут лежать, они будут сгорать, это первое, да, потому что инфляция, второе, они будут тратиться, потому что человек всегда пытается куда-то эти деньги потратить, когда они лежат, и очень сложно их удержать. Как говорят умные люди, да, заработать-то может каждый, а вот сберечь не каждый может. А наша задача не просто сберечь, наша задача приумножить. И в те времена, когда я начинал, тоже были инструменты, где я крипту блокировал в стейкинг. И она росла в цене, да, сама криптовалюта, плюс стейкинг давал прибыль. И в какой-то момент я выводил, потом заново заряжал в стейкинг. И вот это дало результаты. И вот сейчас я вам такой же инструмент представляю, который дает эту возможность. Я вам советую сразу минимум на 5 лет в стейкинг отправлять монеты, получать дополнительные бонусы за структуру. И если вы успеваете на airdrop, то присоединяйтесь к airdrop. Вот, потому что на такой airdrop, да, такой airdrop, который дает вот эта компания USDT, таких вообще нигде не бывает. Я, по крайней мере, не видел. Вот, друзья, спасибо за просмотр. Обязательно отправьте видео куда-то друзьям, да, в соцсети свои. Поставьте лайк, напишите комментарий и присоединяйтесь. И наступит момент, когда мы с вами вместе где-то в какой-то стране посетим какое-то замечательное мероприятие и поговорим насчет всего, и насчет денег, и насчет здоровья, и насчет мышления, и насчет того, как жить весело. Благодарю за внимание. С вами был Артеман. До встречи.